Друзья, снова здравствуйте. С вашего позволения снова вернемся к розыгрышу замечательного телефона iPhone 6s. Проблема большой компании заключается в том, что не всегда есть возможность знать всех, кто работает в ней. Поэтому сегодня я искренне поздравлял Павла Мартивьянова, который является сотрудником компании Amarkets. Я думаю, что по условиям конкурса было ясно, что сотрудники не имеют права принимать участие в розыгрыше. И будем максимально прозрачными и честными до конца. Снова проведем розыгрыш, но только теперь среди тех, собственно, кто является клиентом компании Amarkets. Возвращаемся к нашей программе «Рандом». Я думаю, что кто-то из вас, может быть, с ней знаком. Это программа, которая сейчас в совершенно случайном порядке позволит нам определить счастливого обладателя телефона iPhone 6s. Вся база, соответственно, тех, кто принял участие в репосте нашей бонусной акции, собрана воедино. Сейчас вы ее видите, собственно. Я кликаю на кнопку «Рандомайзер», и мы тут же увидим счастливого обладателя. Так, копируем первый номер. Судя по количеству цифр, скорее всего, это соцсеть «Контакт». Переходим в строку. Вбиваем нашего победителя и смотрим, кто является счастливым обладателем iPhone. Машка Аф. Ну, очень надеюсь, что вы сможете связаться с нами в самое ближайшее время. Что для этого требуется? Выйти на связь с вашим персональным менеджером и получить детальные инструкции, как получить ваш приз за репост. Всем большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.